известно, что в период экономических потрясений активизируются разного рода мошенники и аферисты. Расскажем еще об одном способе отъема денег у доверчивых предпринимателей. В чем суть? Схема проста до банальности. На электронную почту предпринимателю приходит предложение принять участие в закрытой закупочной процедуре на выгодных условиях. Заказчик, как правило, крупная госкорпорация, например, РЖД, «Газпром», «Трансконтейнер» и так далее. После предпринимателю сообщает, он стал победителем, и для заключения выгодного госконтракта ему необходимо предоставить стандартный пакет документов, где помимо разных справок и уставов предлагают предоставить определенный сертификат. Сертификат, к слову, вполне официальный, разве что в данном случае это всего лишь бесполезная бумажка. Правда, стоит она от 30 до 70 тысяч рублей. Ну и ладно, куплю, подумает предприниматель, ведь на горизонте контракт на десятки миллионов рублей. Стоит ли пояснять, что после приобретения указанного сертификата лжеменеджеры просто перестают выходить на связь? А вся эта история с закрытым тендером, заказчиком госкорпорацией – фикция. Тимур Бекмурзин расскажет, как не попасться на крючок мошенников. Все классно, вы молодцы. Вот надо еще немножко скидку сделать. Порядка около миллиона была сделка должна была быть. Мы на ней должны были там заработать порядка там 150 тысяч рублей. Все было непринужденно. То есть как бы так, типа, ну не хотите, как бы, грубо говоря. Но мы захотели. Все, потом дня через три мы уже звоним. Уже никто трубки не берет. Уже никто на связь не выходит. Это было бы очень просто, но совсем неверно все списывать на наивность предпринимателя. Я лично Дмитрия Перепеченного понимаю и уважаю за смелость. Не каждый вот так с улыбкой будет вспоминать свой промах, не пряча при этом лицо, не избегая подробностей. Неудачный опыт все равно опыт, делится бизнесмен. Может быть, он пригодится кому-то еще. Все было оформлено так, что мы сами это все делали. То есть мы сами им скидывали документы, сами искали эту фирму, где сертификат нужно было найти, сами его купили, никто ничего не навязывал. Вызвать первоначальный интерес, вовремя похвалить, затем намекнуть на хорошую выгоду легко и ненавязчиво. Как правило, мошенники довольно умелые психологи. К Дмитрию Перепеченному быстро подобрали нужный ключик. 2,5 года назад, в разгар пандемии, его компания сидела без заказов, и вдруг такой нужный звонок. Приятный голос на том конце провода сообщил, в трудный кризисный период его компания готова поддержать малый бизнес, то есть вас, Дмитрий. Вы можете поставить кондиционеры на 1 000 000 рублей? И мне такое в голову запало, типа подумали, о малом бизнесе подумали, государство подумало, ничего себе. А скидку дадите, аванс будет. Договор уже можно подписывать, присылайте реквизиты и пакет документов. Они говорят, сейчас мы вам вышлем там лист, вот по этому листу нужен документ, у вас не все. Я говорю, ладно, давайте высылайте. Высылают нам этот лист, и среди этих листов, среди, точнее, этого списка, есть как раз документ один, вот этот вот сертификат там, не помню, как сейчас точно называется, в общем, грубо говоря, проверенных поставщиков. Когда вы уже близки к заключению контракта, наличие еще одного документа, пусть даже за деньги, может показаться мелочью. Конечно, стоит набрать в интернете сертификат проверенных поставщиков, развод, и сразу выйдет с десяток сообщений и статей об обмане с такого рода сертификатами. Однако изобретательные дельцы придумывают новые и новые документы. Каких только сертификатов нет на самом деле. И сертификат о надежной компании России, и сертификат высокобюджетной компании России. Причем все эти организации, они же зарегистрированы на официальном сайте Росстандарта. Это не запрещено законом. Вот таких центров, их порядка 2000, понимаете, на сайте Росстандарта. И вот мы взглянули, например, только одну организацию, ЦПО, по-моему, там есть такой центр, у них выручка составила за год 200 миллионов. В региональном отделении Общероссийского народного фронта провели свой мониторинг на основе обращений предпринимателей. Выяснилось, что никаких правовых оснований настаивать на приобретении такого рода сертификатов нет. Более того, если речь о госзакупках, закон предусматривает стандартный набор документов. Лишнее требовать просто запрещено.
даже учитывая того, что то, что они официально зарегистрированы, сами по себе являются бесполезными, потому что заказчики по закону не имеют их права требовать, а данные, которые подтверждают данный сертификат, они являются открытыми. Вместе с экспертом анализируем реальную переписку якобы представителя крупной корпорации с предпринимателем. Сначала потенциальному поставщику товаров или услуг поступает запрос фактически в виде коммерческого предложения. На что сразу обращаем внимание. Якобы заказчик знаком с профессиональной деятельностью предпринимателя. И предложение, как правило, очень выгодное. Чаще всего предлагается поработать по закрытой процедуре щедрым авансом. Ну, видите, здесь предусмотрено авансирование 70% от общей цены контракта. То есть сразу аванс – это уже очень хорошо. Заключение федерального стандарта аудированных предприятий. Видите, соответственно, мы его пытаемся найти, кто нам выдает, и первое в списке, ну, в поисковой выдаче, соответственно, мы его можем купить за 39,5 тысяч рублей. Пробуем купить сертификат. В нашем случае – заключение федерального стандарта аудирования предприятий. Дозвонились не сразу. Но опять же, если бы они просто работали, ну, грубо говоря, как обычно, ну, такого, что там трубки не берут, там, такого не бывает, конечно. Ну, это так. А скажите, пожалуйста, получается, нам вот написали от РЖД организации, это как бы реальный тендер? Ну, проверяет заказчика, конечно. Я думаю, да, почему нет. Ага. А вот еще скажите, пожалуйста, это получается сертификат, он его заказчики часто спрашивают? Запрашивают? Ну, сейчас часто запрашивают, да. Хотят, чтобы были организации аккредитованы и в реестре были включены. То есть. Вы сможете победить в закупках, вы сможете получить больше баллов по конкурсу там, и так далее и тому подобное. Вот. А по факту, что этот сертификат подтверждает, по сути, никому не известно. У предпринимателя все равно где-то там на подкорке, что все это раз закрыто, тем более, значит, и между своими будет происходить. Но они немножко, видимо, просто себя неуверенно чувствуют в этой части. И поэтому хотят еще на что-то опереться. И поэтому готовы там заплатить какие-то там 40, 50, там 75, я знаю, кто-то там платил. Тут надо дать небольшое пояснение. Сама деятельность этих центров по сертификации не является незаконной, к тому же деньги никто явно не вымогает. Добровольная сертификация, то есть подразумевается, что предприниматель идет на эту процедуру осознанно, без принуждения. И в отдельных случаях она имеет смысл. Но здесь в случае с лже-конкурсами и лже-заказчиками, говорят в ОНФ, налицо явные признаки мошенничества. Правда, доказать связь этих дельцов с центрами, штампующими сертификаты, очень сложно. Может быть, поэтому все эти конторы чувствуют себя более чем вольготно. Через пару минут после разговора с представителем центра по сертификации чего-то там, звонок от менеджера по закупкам якобы крупной корпорации, проводящей тендер. Руководство номер вы спросите. Я в отделе просто сижу. А у вас кто руководитель отдела? Так, сейчас скажу. Не знаете? А? Вы не знаете вашего руководителя? Калинин Владимир Николаевич. Калинин Владимир Николаевич. Как говорится, без комментариев. Мы со своей стороны обязательно направим соответствующее обращение правоохранительного органа, чтобы они приняли меры реагирования. Предпринимателей мы в беде не оставим. Тимур Бекмурзин, Андрей Ключников и Андрей Мохов. 7 дней.